Всем привет, с вами Информ-ТВ. У советских зрителей знаменитый актер Михаил Ульянов был одним из наиболее любимых. Очень много самых разнообразных образов воплотил он не только в кино, но и на театральной сцене. Особенно его запомнили по фильмам «Добровольцы», «Ворошиловский стрелок» и «Мастер и Маргарита». Актер ушел из жизни в марте 2007-го. За 10 лет до этого ему поставили диагноз – болезнь Паркинсона. Из-за онкологического заболевания у него были проблемы с почками и кишечником. Тем не менее, медики оценивали его состояние как стабильное. От предложенной операции актер отказался. До последних дней пропивал курсы лекарственных препаратов и старался как можно больше гулять. Прошло уже 14 лет со дня смерти Михаила Александровича. Покоится он на Новодевичьем кладбище. На могильном участке установлена большая скульптурная композиция, изображающая артиста в полный рост. Глядя на нее, прямо чувствуешь, какой глыбой был этот человек, радовавший своей работой не одно зрительское поколение. На месте захоронения Ульянова все очень ухожено, видно, что за могилой регулярно следят. Рядом с Михаилом похоронена и его супруга, актриса Алла Парфиньяк. Памятник на ее могиле кажется незаметным по сравнению с внушительным монументом Ульянова. Он представляет собой композицию из переплетенных тонких ветвей, в обрамлении которых находится полупрозрачный портрет Аллы Петровны. Ульянов и Парфиньяк состояли в браке с 59-го. В декабре этого же года появилась на свет их дочь Елена. Алла пережила мужа всего на пару лет. Ее не стало в ноябре 2009 года. Елена стала художником-графиком, закончила институт, но потом призналась, что эта специализация не была ее любимой. Она не особо любила рисовать. Но, несмотря на это, смогла пробиться в этой сфере. Работая в издательстве газеты «Аргументы и факты», девушка параллельно увлеклась созданием авторских афортов. Ее часто приглашают выставлять свои работы и в России, и за рубежом. Если вы помните замечательного актера Михаила Ульянова, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!